Что делать, если шумит MP3 модуль? Встраиваю в очередной магнитофон MP3 модуль, и он вот так ужасно шумит. Причем громкость убавлена на минимум. Такой вот шум идет. Модуль у меня вот такой вот, с Bluetooth. Что нужно сделать, чтобы этот модуль не шумел? Сделать это можно очень быстро и одним движением. Модуль встроен. Вот два провода плюс-минус. Еще три провода — это выход звука. То есть правый канал, левый канал и масса черный. Они подключены на аудио вход. Вот на эти колокольчики. Вот они сюда подключены. Правый, левый и минус. Минимальный звук. Слышим шум. Теперь берем кусачки. И обрезаем провод, который идет вместе с правым и левым каналом звука на выход. То есть вот этот черный. По идее, звук должен исчезнуть. Сейчас перекушу. Все. Звук исчез. Шума. Тишина полная. Прибавляем звук. И никакого шума нету. Сейчас попробую опять соединить. Звук должен появиться. Вот. Когда соединяются провода, провода соединил, и опять появился шум. В общем, чтобы не было шума с таких вот модулей подобных, нужно просто минусовой провод, который идет с колодки, где звук выходит, просто этот провод никуда не подключать. Тишина полная.